совместно с ведущим спортивным интернет-порталом чемпионата у кромки поля, потому что приз лучшему футболисту месяца сейчас вручается, совместно приз чемпионата школы российской футбольной премьер-лиги. Дмитрий Камбаров стал лучшим игроком апреля. Сейчас как раз Сергей Чебан, директор ФПЛ, и Самил Ивакян, редактор отдела футбол, вручают приз. И говоря, насколько я знаю, Самил один из инициаторов этого приза в свое время был. Ну что ж, Дмитрий Камбаров на поле, приз он получает. Юрий Мовсисян также был обладателем этого приза, но еще в составе Краснодара выигрывал свой месяц Александр Кокорин, Кевин Куранье, Вагнер Лав, Самуэль Туо. Ну и вот теперь Дмитрий Камбаров, MVP апреля. Остается ему пожелать, чтобы и в мае он сыграл на таком же высоком уровне. Блестящий футбол показал в матче с Анжи, например, Камбаров. Ну и вот сейчас он заводит партнеров. Состав Спартака, я думаю, болельщики различили. Тем более, что в связи с...